Дорогие братья и сестры, хочу сегодня разъяснить позицию великого имама Аш-Шафиия относительно его мнения по поводу нарушения омовения прикосновением к противоположному полу. Большое благо и милость Всевышнего Аллаха заключается в том, что в подобных вопросах существует различное мнение между всеми четырьмя имамами, да и не только. Но, однако, услышав выступления некоторых блогеров, которые выставляют мнение столь великого имама, как имам Аш-Шафии, по поводу его позиции в данном вопросе, выставляют, преподносят как некую неосведомленность, несостоятельность, хотелось бы разъяснить аргументы и далилы, на которых основывается подобное мнение нашего имама Аш-Шафия, рахимахуллах. И при этом не умаляя ни чуточки мнение и позицию других трех имамов, а также их последователей. Каждый вправе выбрать для себя, для следования любого из этих имамов. Но, однако, ученые этой уммы никогда не приветствовали иной подход, кроме как следование за имамами из числа саляфов этой уммы, когда человек позволяет себе такую вольность выступать в роли большого знатока этой религии и черпать религию, то есть положение этой религии непосредственно из Корана и Сунны, сравнивая, возвышая себя на степень муджтахида. Наилучшим способом и безопасным исповеданием своей религии, соблюдением религии будет следование за одним из этих четырех имамов, рахматуллахи алейхим. Вопрос нарушения омовения случайным даже прикосновением к противоположному полу из числа недозволенных, тех, кто не является махаримами, из числа женщин, вопрос, в котором есть здоровый ихтиляф, хиляф между имамами. На чем же основывается позиция нашего имама Аш-Шафиия, рахимахуллах? В первую очередь, это мнение, эта позиция основывается на аят священного Корана, суры Аль-Маида, 6 аят, где Всевышний Аллах говорит: «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Ва ин кунтум марда ау аля сафарин ау джаа ахадум минкум минал гаити ау ламастумун нисаа фалам таджиду маан фатайаммаму саидан тайиба». Садакаллаху аль-Азим. Всевышний Аллах говорит: если вы будете, то есть нарушится ваше полное омовение, кунтум джунубан, то есть стали джунубом, тогда вы очищаетесь, то есть совершаете полное омовение. И далее, где Всевышний Аллах переходит уже в этом аяте на тему нарушения малого омовения, после слов «Ауджаа ахадум минкум миналь гаити», то есть или же наступит у вас нарушение малого омовения, то есть исправлением своей нужды, ау ламастумун нисаа, то есть после этого Всевышний Аллах упоминает, или же вы прикоснетесь к женщинам, то тогда вы совершаете омовение. То есть имам Аш-Шафии, радиаллаху анху, делает следующее толкование этому слову ламастумун нисаа, то есть прикоснетесь к женщинам, что это дословно означает прикосновение, столкновение, соприкасание кожи с кожей. И при этом он не подразумевает под этим словом, под словом «аулямастумун нисаа» половой акт. Почему он сделал такой вывод, в отличие от других имамов? Другие имамы под словом «лямастумун нисаа» подразумевают половую близость. Потому что, первое, имам Шафии говорит, что Всевышний Аллах
Данное действие упоминает после вступления, после того, как в аяте Всевышний затрагивает речь о нарушении малого омовения. То есть ауляма стумуннисаа относится к вещам, которые нарушают только малое омовение. Это первая причина, которая привела имама аш-Шафии к данному выводу. Вторая причина – это прямой дословный перевод арабского слова «ля-маса», то есть «ля-маса». Как применимо, как применяется данное слово в других аятах, где речь идет именно о простом прикосновении, например, «фа-ля-масуху би-айдихим аль-ан'ам» – седьмой аят. То есть в данном аяте, естественно, бесспорно речь идет именно о простом прикосновении. Третье. Имамы мазхаба фукаха и мазхаба имама аш-Шафиия приводят в качестве аргументов слова Абдуллаха ибн Умара, радиаллаху анхума, которые гласят: «Кублату ар-раджули имраатаху ваджассаха биядихи миналь муламаса». Он сказал: «Поцелуй мужчины своей супруги, и прикосновение, то есть взятие ее руки, это из мулямаса». То есть это значит лямаса, это значит прикосновение. «Фаман каббаля мраатаху ауджассаха биядихи фаалейхи лвуду». Тот, кто поцелует свою супругу или же возьмет ее за руку, то он обязан совершить вуду. Раваху малик филь муватта бисанадин сахих. То есть это высказывание Абдуллах ибн Умара приведены в книге «Аль-Муватта» с достоверным санадом. Также приводится в «Хашиет Аль-Буджайрми» следующее: «И'лям анна ллямса наакидум бишурут инхамса». Воистину прикосновение нарушает омовение при наличии пяти условий. Первое, чтобы это прикосновение происходило между разнополыми. Второе, чтобы прикосновение происходило напрямую кожи с кожей, а не к ногтю, кости, волосам. Третье, чтобы прикосновение происходило без преграды. Четвертое, чтобы каждый из этих прикасающихся друг к другу достигали возраста, в котором они вызывают вожделение друг к другу. И пятое, отсутствие махрамства, то есть чтобы они не были из числа близких родственников. Согласно вышеупомянутым доводам и аргументам, основополагающим, то есть наитвердым мнением в мазхабе имама аш-Шафии, рахимахуллах, является то, что случайное, умышленное, неумышленное прикосновение разнополых друг к другу, неблизких людей, нарушает омовение. А что касается хадиса Аиши, да будет Аллах ею доволен, где она говорит: «Я кунту анаму байна ядай Расулиллахи, саллаллаху алейхи васаляма, ва риджиляя фи киблятихи, фа иза саджада гамазани». Я спала перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи васаляма, и мои ноги были в стороне его кибли, и когда он совершил земной поклон, он до меня дотронулся. И другие высказывания, то есть изречения Аиши, по поводу этого аль-имам ан-Навави дал следующий комментарий и сказал: «Хаммилу л-хадиса аля аннаху гамазаха фаука хаиль». Отнесите хадис Аиши, да будет ею доволен Аллах, к тому, что ее ноги не были в тот момент голыми, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, их отодвигал. وهذا هو الظاهر من حال النائم. И это более, то есть именно укрытие ног, это явная, то есть самая распространенная ситуация, когда человек спит. فلا دلالة فيه على عدم النقض. И в этом хадисе нет прямого указания на отсутствие, на ненарушение омовения прикосновением. Да поможет Всевышний Аллах быть приверженными и стойкими в этой религии и
простит нам Всевышний Аллах наши грехи. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.